Самых активных студентов сегодня наградили стипендиями мэрии Новосибирска. На поощрение лучших учеников вузов из бюджета города в этом году выделили больше 3 миллионов рублей. Денежное поощрение лучшие студенты будут получать до октября следующего года. Среди победителей – представители почти всех вузов города. С подробностями Александр Потенихин. 133 студента, которые ярко проявили себя в науке, творчестве или создании инноваций, под аплодисменты друзей получают специальные свидетельства. Каждый из них сегодня стал стипендиатом мэрии Новосибирска. Они нужны городу, они нужны обществу, они нужны стране и, конечно, городу Новосибирску. Мы хотим их видеть не просто знающими, не просто знающими свое дело, умеющими. Мы хотели бы видеть их неравнодушно относящимися к своему делу. Потому что только занимаясь интересом, увлеченные люди достигают успеха в жизни. Стипендии мэрии получают лучшие аспиранты, ученики вузов или студенческие семьи. Все лауреаты прошли жесткий отбор, ведь номинировали всего по одному человеку с факультета. Многие победители, несмотря на юный возраст, могут похвастаться серьезными научными трудами. Я люблю вообще писать какие-то научные статьи, создавать что-то новое. И решила заняться научной деятельностью. У нас в ГУПСе это очень развито. И помимо своего прямого направления по специальности, я учусь на мостах и тоннелях с ГУПСа, я развиваю английские какие-то свои навыки, развиваю экономические. Стипендию от 1,5 до 4 тысяч студенты будут получать до октября следующего года. Получить ее не только выгодно, но и почетно. Тем более, она может помочь в будущем трудоустройстве. Эта стипендия действительно очень престижная, потому что из всех вузов выбирают самых лучших студентов. И она потом идет в резюме, и каждый работодатель смотрит и уже оценивает себя как более продвинутого кандидата для работы. Муниципалитет поддерживает молодых людей уже почти 30 лет. За это время стипендиатами стали более 5000 человек. Александр Потенихин и Данил Смирнов. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.